Меня зовут Федорова Ольга. Живу в городе Москва. Я занимаюсь фототренингом. По образованию я социальный информатик. Закончила MBA. Веду бизнес-школу и телекинопроект «Начали». Также веду репортажи на интернет-телеканале, и мне удалось даже взять интервью у Оксаны Федоровой. Роскошной. В общем, друзья говорят, что журналист – это мое призвание. Во-первых, я в детстве постоянно с бабушкой играла в радио. Я садилась под стол и вещала ей, пока она мне готовила разные вкусности. Девочка выросла. Сейчас обаяние мне хочется распространять на широкую аудиторию. Благо, появились навыки. Театр-студия дала мне возможность поставить речь, ораторское искусство, актерское мастерство. Профессия учителя научила держать внимание и увлекать разговором за собой, а также выражать ясно свои мысли. Я с детства очень люблю задавать вопросы. Вот вам мой вопрос. Возьмете меня?